Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы начинаем игру Half-Life эпизод 1. Итак, новая игра у нас. Давайте посмотрим, что несет нам эта новая игра. Итак. Эпизод 1. Эпизод 2. Во второй части. Скажите мне, доктор Фриман, если сможете. Вы так много разрушили. Создали ли вы хоть что-нибудь? Можете назвать хоть одну вещь? Я так и думал. Думал. Давайте, спасайте ее. Там как много у вас. Смесь этой какой-то муравьиной пережиравшей. Так, подождите, ее спасли, а меня не спасли, что ли? Гамен. Вот так опрокинули тебя. Это мы еще посмотрим. Кстати, ваши варианты, кто это, на кого работает, какая цель у него? Скидывайте в комментариях. Чрезвычайная тревога. Жизнь 47. Так, это пес меня, да, достает? Красавчик. И я по тебе скучал. Пес, кажется, я что-то нашла. Прервись на минутку и помоги мне. О боже! Гордон! Да, это я. Я так волновалась. Так. Смотри, грави-пушка. Пёс. Отдай её Гордону. Давай. Смотри-ка, Гордон, пёс тебе тоже рад. Уж я-то вижу. А теперь, пёс, подключи монитор. Мне все рады. Думаю, он до смерти извёлся. Он был уверен, что я тебя не найду. Так, цитадель-то, я думаю... Цитадель вот-вот взорвется. Ну так бежать надо. Не знаю, как нам удалось выбраться. Все, что я помню... Брин падает. Страшный взрыв. А затем голоса вартивонтов. А потом пес нашел меня под завалом. Все так странно. Все еще тоже рушится что-то вон. Успеть бы. Это отец. Мы пытались связаться с ним несколько часов. Я, подождите. Погоди, вот он узнает, что мы тебя нашли. Идем! А почему я так не могу, как ты? Тоже бы, знаете ли, хотелось бы. Папа? А, жучара. Алекс, ответь! Секунду, сплошные помехи. Ну-ка, пес, помоги мне. Так, поправил жизнью. Так, чуть-чуть вправо. Четкий сигнал. Папа? Алекс, где ты? Скажи, что ты успел опрокинуть город. Вот так. Ну, не совсем. Что? Главное, мы нашли его. Ты нашла Гордона? А тебя убьют во второй части. Послушайте, вам нужно выбираться из города. А как? Вот, хотите посмотреть? Смотрите мои записи. В этом нет сомнений. Наши датчики показывают стремительное нарастание темной энергии. Вся материя в непосредственной близости от вспышки подвергнется энергетическому воздействию, последствия которого я не берусь предугадать. Он наносит невообразимый ущерб. Клайнер, замолчи! Папа! Боже мой, Лай, прости, конечно. Антенны работают. Зачем так переживать? Алекс давно вне опасности.
А вообще-то мы все еще в цитадели. Господи, боже мой. Но время на исходе. Ядро готово взорваться. Вы не успеете покинуть опасную зону, если только... Позвольте. Да, можно замедлить реакцию ядра изнутри. Нам надо... Войти внутрь? Да, внутрь ядра. Даже не думай об этом, Алекс, это слишком опасно. Уровень радиации внутри зашкаливает. У тебя есть костюм. Если мы придумаем, как попасть в цитадель, мы Алекс, сможем... Алекс, нет! Но папа! Айзек, образумь ее! Мне жаль, Элай, но другого способа нет. Кроме того, мы сумеем спасти жителей. Мы справимся, папочка. Конечно, Алекс, конечно. Только пообещай... Обещай, что ты не станешь рисковать жизнью без необходимости. Да. Обещаю. Он далеко. Я люблю тебя, маленькая. Я буду за тебя молиться. Не волнуйся. Скоро увидимся. Ну что, ломай этого жука. Песик. Надо подумать, как вернуться в цитадель. Пес, не поможешь? Конечно, поможет. Давай, 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 давай. Спасибо, песик. Спасибо, песик. Давай, пес. Встретимся на той стороне гряды. Ого! Ну и высота. Только после тебя. Так. Смотрим. На. А ты как перепрыгиваешь? Ты спокойно, да? То есть один я только маюсь. Идем, идем, идем. Что мы видим? Огонь. Значит, мы правильно где-то идем. Пес! Пес! Вау, смотрите, вниз. Мне, наверное, надо будет вниз как-нибудь. Боже мой! Пес, пес! Что пес, ты? Пес, ты цел? О! Слава Богу! Ты меня до смерти напугал. Давай. Будь рядом. И помоги нам. Ты меня перебросишь или как? Пёсель. Блин, там в цитадели так-то сложно. Это будет непросто. Ну, пёс, что скажешь? Есть мысли? Давай. Твоё решение. Так, я должен куда-то, да, попасть? Это не поможет. И... Да. Должен быть способ перебраться на ту сторону. Вот только какой? А если... Пес? Пес, куда ты? Давай. Он что, обиделся? Пес, что ты... Осторожно. Похоже, у него разболтались винтики. Опаньки. Берегись. Садимся в машину. Пес, ну это уже слишком. Что на тебя нашло, а? Зачем нам этот фургон? Погоди-ка. О, нет. Ты шутишь? Да, нет. Садись. Садись, садись. Ну... Гордон, если у тебя нет других предложений... Эх, он покатаемся. Он все рассчитал? Точно рассчитал, а? Точно рассчитал. Давай. Ага. Беги отсюда как можно скорее. Найди папу. Не бойся, мы скоро вернемся. Я ее только должен жамкать. Я буду скучать. Обо мне не беспокойся. Скоро увидимся.
Ну, давай. Держись крепче, Гордон. Ладно, пес, давай быстрее, пока я не пере... Так, поезд проехал. Давай. Осторожнее, держись. И... Хоп. Отличный бросок, пес. Иди, песик, уходи. Да ты заколебал трещать. Хорошо, только... Что это? Держись! Держусь! Так, мы летим вниз, а нам надо так-то вверх. Фонарик тоже не включается. Понятно. Давай сойдем, пока его не понесло дальше. Он сам, да, он упадет. Все пропало. Итак, куда нам? Боже мой, цитадель трещит по швам. Конечно. Так, вот, правильно все-таки иду. Смотрите, все-таки где-то повредилась жизнь 87. За место 90 с лишним. Чего ты не знала? Ну и высота. Надо найти способ спуститься в еду. Была бы карта. Так, я думал, нам наоборот наверх надо. Это кто? Боже. Что там? Сталкеры. Они нас не тронут, если мы их не тронем. Всеобщая тревога. Это лазер у него. Я отключу поле, и мы... Это бомбы? Его что-то... Сталкер. Он удерживает его с той стороны. У нас нет времени искать другой путь. Только как нам тут пройти? Поднимай давай. Шаровые мины. Они помогут нам выбраться. Найди, где заканчивается этот шел. Я придумала, как происходит. Начать диагностику. Мертвый сталкер. Начать. Почему сталкер только? Резонансная сингулярность. Здесь с тобой все понятно. Опа! Не понял, что я сделал. Ну-ка, давайте-ка еще разок. Что-то не совсем понял, что я сделал там. Точно, тут же штука такая. Вот так. Мне и одного хватит. Должно хватить. По крайней мере. Поехали. Так. Ну и куда мне его? Хорошо. Отец научил меня перенастраивать датчики цели. Чуть-чуть переколбасить схему, и мина на нашей стороне. Держи так, чтобы я доставал. Готово. Она нестабильна, но продержится достаточно долго, чтобы уничтожить сталкер. Внутри микрофон стабилизации. Открыть автоклавиатуру.
Давай. Будь свободен. И опаньки. Ничего себе, ты меня напугала. Что это за уродцы такие? Странные. Он тут что-то резал. Вырезал. Непонятно, что он там делал вообще. Тихо-тихо. Не понял, куда мне? А, вот. А, я помню, людей мог брать, когда вся эта заварушка-то. Хорошо, что я что-то у меня не задело-то. Так. Бежим отсюда. Куда? Пока сами не исчезли без следа. Блин, так сразу и не понять даже, куда бежать. Не понял. Это значит как-то. Нам обязательно туда. Интервал. Да. Давай. Начать диагностику. Начать диагностику. Что у нас еще имеется здесь? Бегаем по цитадели. Так, нету ничего. Что здесь было? Давай. Всеобщая тревога. Внутренним группам стабилизации открыть. Здесь нету ничего. Тут у нас нету никого. Действуй, злодействуй. Попробуй узнать дорогу к ядру. Ух ты. А, непонятно. Слава богу, просто старая запись. Вау, вот эти хрени, личинкисы. Которые батю-то убьют. О! Твари такие. Мне кажется, это этот, кто он, Глахамон или кто он там, который в первой части главарь-то был последний. Бежим. Что за чертовщина? Что бы это ни было, оно исчезло. Уходим отсюда. Пойдем. Нарушение работы из защитных полей. Мне кажется, это они будущие, вот эти вот хамоны, которые главные-то там были в первой части. Что происходит?
Не знаю. А, сейчас опять захотят уничтожить, она не уничтожится. Зарядилась как в реакторе Брина. Теперь я людей могу хватать. Ну, должен, по крайней мере. Посмотрим, насколько мощным стала моя гравипушка. Так. Да. Неплохо прибыл. Конечно. Я старался. А где мне оружие-то? Так. Подожди, не спеши. Тревога. Да пусть хоть два раза тревога будет. Итак. Начать диагностику. Нам еще начать где-то надо, да? Диагностику. Резонансная сингулярность. Подкрепление. Вот еще надо. На. Ну интересно, да, в портале подобные такие световые элементы тоже были. Так. Тихо, 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 тихо. Спасибо. Кто-то долбит. Обеспечение включено. Так, надо пойти подзарядиться. Понятно, не надо ходить подзаряжаться, надо быстренько просто это проходить. Так. Резонансная сингулярность. Тревога. Не совсем понимаю. Где-то вот здесь, да, должно быть. Внутренним группам стабилизации открыть. Хрен я туда уже поднимусь. Так. Вот тут где-то, где, где-то тут. Вот здесь. Да ё-моё. Нарушение
как она вставляется? Резонантная сингулярность. Блин. Вот так. Господи, почему мы не померли, солдаты грёбаные? Давай. Еще. Неплохо. С перепугу-то начудил. Так. Нарушение работы автоклава и защитных полей. Сюда-сюда. Сюда-сюда. Здесь у нас ничего нет. Давай, где эта матрешка? Зарегистрирован нарушитель. Чё там отстаешь? Ну что, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!